часа 4 чисто мобов вместе с боссами. Так, какой рейп? А, понял, кажись. Я в Некросити, да, фармил. Вот тут тому пидору сало дайте какой-то, чтобы он ко мне побежал. Заткните его. В 8 надо будет идти. Или так. Надо бить одного конкретно. Блин. Думал, хотя бы нам придется переться через 3 земель. Так, поехали, пачку. Отходите, отходите! Сука, ну вы за чё? Надо их разворачивать сразу. Да отходите подальше, вот не это... надо стоять. Если они бегут, значит они к вам лицом будут. Мне их дальше надо отводить, сюда, типа к вам, блядь, чтобы отвернуть. Потому что я боюсь тот пак с пуль. Смотрите внимательно, отвешите меня. Бомба, твои 4 са. Нам осталось так по мелочи. Всего лишь пробраться через огроменную толпу всякой дряни. Только сначала. А дальше поменьше будет. Кто там дальше? Давай Геру на трэш дадим. Тут Мороз рядом. Рифлин Гиси. Тут они там что там. Короче, если в Дисе, ты это, ложный выпад по КД жми. Блин, у меня уже маневра тебе не хватает. А девушка Сэн? Да. Сэн. Лок. Так, чё, морозы пошли, да? Ну подальше только стойте, от миски отойдите, блядь, то вы сдохнете опять. За угол вот сюда вот лучше. Мишка, ты тоже сюда, еще за угол заходи, куда он там становишься, и все у тебя становится. Скелет убить первым. А что скелет умеет? Опенять. Блин. Вон один уже говорит что-то невнятное, уже набухался. Ты о чем? Ну там. Сука, я в колонну попал. Это кто такой хороший? А их там. А можно выбросить дворфу остаться? Понимаю. Код боссов. Мы даже боссов не убили походу, да? Вот тут надо салом кидать, я хуй знает. Там просто влево сюда уходи, они не будут тебя. О, бля. Их толпа. Я, короче, бухой. И... Все размазано. И... Не свечи здесь. Свечение. Тебе клизму прописать? Не-не. Без клизм, как-то, блядь. Или по-другому, алкоголь вынимать. Пока от этого избавлялись, тем, что умирали просто. Можно убрать просто тем, что эффект свечения убираешь в интерфейсе, здесь он порядке. И будет вот этой хуйни не будет, да? Да и похуй, так заебись. Я все равно одну кнопку нажимал. Значит, чтобы это убрать, тебе нужно нажать две кнопки здесь. Так, пошли там что еще с пулями.
Так, так же, да, будем? Так, кого-то спулил, съебывайте. Съебам. Ой, а я в... Чейп. Ебать, что такое? Меня пиздят. Пинают. Пиздец, чуть не отпиздили. Кстати, а кто у нас, кроме Ксена, мертв? Мысли. Не под... не признает, не подает признаков движения. Вроде все тут. А куда все ушел, он не говорил ничего? Нет. Да что сегодня за день такой? Вообще хуёвый день, да. Давайте уже сюда, я хуй знаю, заебался я туда бегать. Хуйня ебаная. Уже не надо. Вот это уже косяк. Так, главное на стул не сесть, да, говорит? Чего, говорите, на стул надо сесть, да? Да, да, садись его. Пошел я по столу, короче, похуй. Ну только смотри, клизма за счет, за свой счет потом. Бескультурный медведь. Блять, вы не представляете, какой кайф. Я же люблю танчить больше всего, блять. Это под... нет. А, бля. Плохо. А я на маге не люблю танчить. Ебать, я под пропал. Полюби. Я умер. Ай, блин. С какими темпами настанет фраза, паладин поломался, несите другого. А короче, чейп бьет меня. Или его этот не сейчас покусал за пятку Ксена. Умением уйти и вернуться вовремя. Кстати, я там потом... Заебал нахуй, я не могу вот оббежать стул, я все в него втыкаю. Сука, так неудобно, ты все станет какой-то пилот. Сядь на него, это твоя совесть. На моба и на стол. Ебать, да я раздавлю моба. И туда, и туда. На бутылку садись, он стоит. Так я бы, знаете, я бы спионировал у них всю рыбу. О, неужели мы весь трэш почистили? Ну что, давай, соло этот танчится. Что там, он еще призрачный слуга, призрачный повар. Где, не вижу. А, вон там. Сейчас мы им пизды дадим. Куда ты пошел, блядь? Куда не надо. Их не надо? Все тогда. Там мобы комнат. У меня другой вопрос. Они 7 сильные. У нас есть повар. Я повар. Который может просить у повара. Кулем такой твой. Я повар. 10 лет стажа. Только я уже отошел от дел. Больше не готовишь, только макароны. Да, да рот ебал нахуй. Повар-кондитер или просто повар? Повар просто. Кондитерка, блядь, не моё, блядь. На корефан, корефан, короче, как-то раз, ну, надо, десерт выложили там, в блинчик заворачивать там фрукты и сырная вот эта хуйня сладкая, масса, блядь. И, короче, такой топпингом поливает, блядь. Хуяк выписывает, это, корякули там, блядь, слова выписывает. Блядь, нихуя такой, как ты так делаешь, ебать. А ты знаешь, как человек, повар, кондитер, который готовит борщ 3 часа. Вы мне лучше скажите, мы отпиздим этих пидоров или нет? Давайте, кого там первым заливать? Себя. Давайте отпиздим их. Подожди.
В одного танка ебанем, где? Это же в Гере только два надо, по-моему. Надо два, да, в Гере. Там потому что он кидает рваную рану и гороту, и нужно, чтобы вот когда он гороту кинул или рваную, и второй танк забирал, на него кинул другой дебаф, и второй забирает. Да, типа если два. Это самое главное, типа. Вы пьяные, вау. Блять, давайте уже отпиздим, сука, я хочу с пули. Давайте с пули мы сдохнем, просто, если мы не вывезем, типа. Просто стоять заебался, реально. Я хочу лока найти, блять. Да похуй на лока, давайте пульнем. Ну, просто потом, когда уже убьем босса, ты его хуй найдешь. А, вот он еще, сука. Пошли еще тогда трэш чистить дальше, пошли хули. Ну, да. Пиздец. Пойдем в комнату, давай повара отпиздим, хочу повара отпиздить. Ща репу найду, где там аметистового ока, нахуй. Стойте здесь, подождите, стойте, никуда не идите, блядь. Блядь, где оно? Он уже мог появился. Бурникус. Все, добавил, буду сейчас отслеживать. Ну, типа, когда я репу прокачал. Вот сейчас у меня 3000, типа, желтая полоска. Тебе 3000 уже? Ну не 3000, тут 250, что ли. Так, сейчас я так понимаю, здесь пиздец будет. Так, ну-ка давай еще с пулем. Бля, а куда идти? А, сюда. Вот тут, стойте, вот тут я хуй знал. Может еще пиздец будет. Я понял, у нас сегодня все надежные, как швейцарские часы. Ну, мы до часов 12. Поворачивайся сразу. Маска. Так, к правой стороне прижмите. То слева мог бы. Бьем. К правой вы стороне. Вы не бейте, я на всех не смогу набрать. Дайте время. К правой стенке прижмите. Ну я хуй знаю, типа. Вы можете покурить, блядь, немножко? Не бейте. Я бью только этого чейба. Его и нужно бить. Всем. Успел. У нас скоро рога Риш отдает концы. В смысле концы отдает? Уходит, как говорится, шум это ноги или хай спад. Класс. Мойте ноги, мой ноги ложись спать, долбоеб. Ты знаешь, да, эту хуйню? Это у нас, короче, был рел. На синдру пришли, там 10 раз вайпнулись. И там челик, тогда еще дискорда не было, РК такой говорит, мне завтра в школу надо. А тот рел на него кричит, надо в школу, пиздуй, сука, мой ноги ложись спать, долбоёб. Бать, там мы ржали, пиздец. Где-то у кого-то запись есть легендарная. А злой страшный серый волк тоже здесь, что ли? Да. Короче, вопрос на миллиард. Мы когда по КД придем проносить, там трэша не будет? Будет. Оля. Надо С. Почему пелена в праведника? Давай иди в лос, мобов. Ой, я сейчас всех убью. Всех убью, один останусь. Иди сюда, не сейчас. Пэшер, ты не добит. Ну типа я хуй знаю. В лос уйди. Просто. Потому что там есть мобы, которые стоят в рейнже и хилят. Войд. Уйди. Кого? В кого от мобов. Спустись. Ну вы тогда отойдите, чтобы огнем вас не убил. Вот, хотя бы на одну ступеньку. Сюда вот. Сами-то уходите. Все. А кто у нас это, люнул? Рок. Красиво.
А, это который ноги мыть пошел, да? Да. Спрашивайте, зачем? Части болт. Ой, блядь. Ага, кто-то. Кто теперь ушел? Стихайте, кто там. Ну или заходим, тогда ведите раз. Если вы в комнате, тогда лучше это выйдите. Ведите к началу, хули. Вы не заходите, все равно. Сейчас я зайду, слаблю еще раз. Ебать, а что это тут? Вот вон и за мясом пришли. Блядь, сдыхайте тогда уже все нахуй, это пиздец. Выйдите с инста вообще. Или выйдите что-то, блядь. А Дживс есть? Мамонт есть? Ксен еще, смотри, Ксен, его не убили. Ладно, заходим, там один мог. Он на Ксен смотрит. Как гомик стоит, сука, ебаный, блядь, кастер. Есть у кого-нибудь что-нибудь отремонтироваться? У меня нет. Сейчас мы репу добьем, да сможем починиться. Я поломну все. Ноль. Ну это еще не надо мобов 20 где-то угробить. Ебать, он шо гулять ушел, что ли, блять, пиздец. Короче, я хуй знаю. Не заходите нахуй на эту лестницу, короче, стойте в этом зале на ковре ебаном. А я сейчас с пулю это, побегу, короче, рот и баллы их там танчу. Нужно через стенку. То есть прижиматься к стенке. Чё, я прижмусь, короче, похуй, блядь. Выйду просто отсюда, в пизду. Заебало. По-моему, это... Чё, я двоих спулил, что ли? Ага. Что за хуйня тут? Потому что если вы прижимаетесь на подъеме на лестнице к левой стороне, то пулится от балкона, который слева от вас. Там паладин спрашивает, долго ли мы будем ждать Ксена. И бал, конечно, такую хуйню, блять. 8 человек просто трешитесь, пиздец. Так. Если у тебя или у кого-то еще есть варианты получше, предлагайте. Он тут гость ебаный кастует. А это не тот. Кто ой, ему смотри, оковы кто-то дал. Хорош. Все, Ксен, ну по пизде пошел. В Одиссе нету? О, это не сейчас. Ух, ебать, я вам поехал там, да. Случайно. Блин, мы опять чуть не убили ДКшника. 3 секунды, бля, не убивайте. За что? За ёбнутые, блядь. Так и чё, я так и не запомнил. Если мы почистим трэш сейчас, а на след... ну, придём через несколько дней до проноса, трэша не будет? Думаю, нет. Чтобы не зря чистить. Так я планировал сегодня прийти, блядь, да и закрыть все. Блять, люди начали, блядь, у меня и на это выпал, блядь, еще что-то. Все планировали. Не, ну бывает, хули. Это же игра ебаная всего. Блядь. Потом просто пойми, вот если вот прийти, сразу все выбить, мы потом в Далране будем сидеть и нихуй делать будет. Ну есть еще персы. Ну да. ПВП, тебе в помощь. Ты ебал это ПВП. Почему только это не убей. Короче, вот это пидор отпиздить хочу. Я смотри, я даже жопой могу танковать. Спрыгните теперь. Видишь, я его жопой танкую, блядь. Да блядь. Я убил.
А кто в контроль берет? Какой пидор? Охранник, наверное. Ну да пизды дать, блядь, 30 кана. Стой, стой. Так, чё? Стой. Сейчас согрелся. Пиздец, конечно, все развалилось, блядь. Сюда идите, сюда. Может, ну надо. А тут на стулья можно садиться? Ждите, стойте. Что-то походу хуёво дал. А может и не работает. А вот они. Это босс? Бину первый. Ты, ну именитый это босс? Не, она в контроль может. Ну, в банши превратиться. Там дебаф можно не получать, все далеко стоять. Что-то иди подальше. А, я по щам получаю. Там кто его УХП надо забрать. Она меня пизды даст. Так, суккуба, видишь, это мишень физурона. Блин, у меня остались рожки до ножки. А банша, видишь, это мишень магурона. Поэтому, когда будет банша, надо отводить подальше. Надо просто стоять подальше. Сделаешь так? Какая банша? Кто превращается? Сейчас физически урон меньше, а дебаф. Мне кажется, горничные пизды надо, блядь. Мана нет. Вот, зеленый дебаф. Снижение урона. Так, еще надо сделать. Отвести от РДД. Сами отходите тоже, вон у нас место есть. Все нормально. Короче, блядь, через полчаса я походу офуюсь нахуй. Потому что я ебал уже просто так сидеть. Я, ну даже если мы типа через полчаса кого-то найдем, я сомневаюсь, что мы за час, блядь, ну, дохуя. Я думаю, ну доводим, просто соберемся. Давайте уже запинаем еще 2-3 моба. Давай, запинаем. Думал, блядь, прийти в четверг, закрыть все, блядь, и спокойно душой. Плачь. Короче, на квест, который дневник, там побегать надо будет. После этого, как его, наблюдатель или как он там на русском зовут. Там будет книга. Смотрите. Да. Там будут всякие книги. Плохо будет. У меня глыба на КД. Ну, они кастуют, когда они стоят, так что. Что дальше будем чистить, нет? Расходимся, по идее. Давайте добьем уже. Да, бабы, найдем. У меня шмот уже просто в ноль поломался. И сюда.
сделаю. Это трэш вообще пропускается, этот пак. Да, да. Уже не пропускается. Че за трюки, блять? Че за хуйня, блядь? Это живая бомба называется. Да не, он, блядь, иммунин. А, он не иммунин к таунту, нах. Так что я хуй знаю. Да. Там у меня даже чуть меньше, а и будет этот звание. Какое звание? Тоже любит. Точно не за этим я сюда приходил. Варам тут еще приятно рывки давать, стан вот это, сбивать косты, ударная волна, блядь. Там заходит хорошо варам здесь танчить. Но это надо как на пианино хуярить, конечно. Пал чисто. Это самое. Раз уж мы не сегодня будем выносить эту хуйню, то напишите там после рейда в расписании, кто во сколько сможет. Чтобы я вам там не писал. Тут даже можно отойти от бомбы. Кстати, дебафы вешаешь же. Напишите в расписание лучше, потому что я это не вспоминаю, то что вот так вот пишет. Написали вроде бы. Типа, просто поймите, я физически это не смогу все запомнить, что каждый там говорит. Я же не это. Ага. Охранников можно скипать через правую сторону. Чё, мы репу дофармливаем РО? Ну да, на сегодня. О. Вариантов. Там еще сколько? Да вон там уже, баба. 67. Две полоски осталось. У меня просто уже 300 и 6000. Повезло. Угу. Я с шмота остались одни кусочки. Гончо, можете не бить, он попадет. Поэтому квесту дневнику там надо будет в покой заходить. Там вроде бы в этом, а... Да, здесь туда надо будет заходить. Там книгу прочесть. А сейчас мы не можем зайти? А где квестовый дневник взять? Там после смотрителя, как его там... Там будет мобы. После смотрителя в коридорах три NPC стоят. Разговариваешь, стреляешь, потом нормально, как это.
После этого дадут дневник? Нет. Мне кажется, только пизды могут дать. Короче, по всему Наксу этому побегаешь. Кажа. Лучше не зацикливаться на нем, просто каждый казай там что-то делать. Так это ж вроде квест, чтобы Найт ключ получить, будет. Нет? Какой ключ? А, стоп, это на погибель. Что это за залупа мерцает? Где? Вот это было розовые такие вспышки. Не знаю. Это у эльфов бездны ПВП-шная билд. А, нихуя. А чё, новый это реворк сделали или чё? Нет, это их старый. А. Так, ну что, басиха осталась, да? Пулин? Да нет, ты чё? 200 опыта осталось. Да не трогай я чего. Ну что, все тогда, да? Это сестра Фрей? Да. Давайте еще 200 опыта добьем, пожалуйста. О, не опыта, это... 200, да, тут еще трэша дохуище. О, смотри, я на стул сел, не провалился. Смотри, как заебись сижу. Носом в пол, нахуй. Ебать. Сука, кора, блядь. 300 этажей в этом гараже. Нет, именно вот у Мроуза тут засадится. Финансхера, как не стыдно, блядь. 10, я хоть посмотрю. Где? Вон у Мроуза мы были. Вот сюда. Не, я улетать под текстуры не хочу. Ну вот, я иду проверять, пойдем. Вот напротив поросенка сажусь. Так, ну что, все, да? А какой день пока неизвестно? Ну, по времени посмотрим. Сейчас проверим моба этого. Починка работает. А, хуй там. Пойду, короче. Отдыхай, интернет. Ладно, всем спасибо. На, вон, щеми скрин, я тебе это скинул. Да, сижу на стуле. Вижу. Бля, починка не работает. Класс. Ну, репа, наверное, должна быть уважение какое-нибудь.